вас дети как, пристегнуты? Этот вопрос в ходе внеочередного рейда «Детское кресло» инспекторы 10-го батальона не уставали задавать. Причину этого до сих пор можно увидеть на 14-м километре Малого Московского кольца в Звенигороде. Минувшее воскресенье здесь произошло серьезное ДТП. Водитель «Вольво» выезжал с второстепенной дороги и не пропустил грузовик, который, в свою очередь, вылетел на встречную полосу и зацепил еще несколько автомобилей. При этом в иномарке были маленькие пассажиры. У него в машине находились три пассажира, которые были не пристегнуты. Три пассажира, три ребенка. Один из детей очень серьезно пострадал. Трехлетний малыш, который ехал в иномарке не пристегнутым, оказался в больнице с травмами разной степени тяжести. Поэтому и цель внеочередного рейда 10-го батальона – рассказать водителям о случившемся, чтобы такого больше не повторилось. А заодно проверить, соблюдают ли они правила перевозки детей. Если раньше специальные устройства в автомобилях нередко отсутствовали, то теперь родители забывают своих детей в них пристегивать. И это тоже нарушение, ведь недаром это устройство называется фиксирующим. Хотя не все автомобилисты с этим согласны. У меня же сын. Всего в ходе рейда были составлены 6 протоколов. Объяснение причин нарушения стандартные. Объясняют: только выехал, не успел пристегнуть, мне проехать 50 метров. За это расстояние ничего не будет, ничего не случится. Все уверены. Но при этом инспекторы отмечают, дисциплина среди водителей растет. Они пристегнуты в наше время. Какая еще может безопасность? Сам аккуратно должен ехать. Бустер. Сажаю бустер и везу. Между тем, правила дорожного движения обязывают водителей перевозить детей младше 12 лет только в специальном удерживающем устройстве или использовать другие средства, которые позволяют пристегнуть ребенка. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».